Мы приехали на гору Самохвал. Недалеко от дачного общества «Огонек» расположился карьер. Здесь, судя по всему, добывали щебень, но вот несколько лет назад работы прекратились, и кто-то подумал, ну чем вырытый карьер, не место для свалки. Кто-то один изначально высыпал кучку, сначала маленько, дальше, больше пошло. Может быть, с Подсинего, с этого самого тут, поселок Подсинь. Подсинецкий разъезд сюда тоже валит. Вот бытовой мусор, очень много бытового мусора всякого разного. Не исключено, что и сами дачники внесли лепту в развитие этой свалки. Кстати, председатель уже ходил в отдел экологии Абакана и написал заявление, чтобы это все убрали. Однако там сказали, что чтобы наказать виновного, его нужно поймать и сфотографировать. Ну вот, один попался. А то, что будет с этой свалкой, не знают ни в управлении экологии, ни сами дачники. Если у вас есть для нас что-то интересное и захватывающее, звоните по номеру 222-700 или пишите на сайте ctv7.ru. Мобильная группа обязательно отреагирует.